В преддверии Дня медицинского работника автопарк больницы скорой медицинской помощи пополнился еще одним транспортом. Этот подарок сделала компания РКС «Петрозаводск» в рамках благотворительной помощи в борьбе с коронавирусом. Автомобиль станет надежным помощником медиков. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции на плечи врачей легла дополнительная нагрузка, и РКС «Петрозаводск» не смогли остаться в стороне. В это непростое время нужно поддерживать друг друга, в особенности отрасль здравоохранения. Только так можно победить вирус. Дорогие медики, в вашем лице я хочу поздравить всех медиков Карелии с праздником, пожелать вам, безусловно, в первую очередь, здоровья. РКС «Петрозаводск» входит в группу компаний «Российские коммунальные системы», которая выделила для региона своего присутствия 15 миллионов рублей. Медики получили поддержку в 8 городах. 2 миллиона выделили Петрозаводску. На эти средства и был приобретен автомобиль. Главврачу ключи, как говорят в этом поле чудес, и договор дарения машины. Ездите, и наши отношения будут всегда продолжаться. Время пандемии обязательно закончится. Автомобиль останется подарком городу и будет спасать жизни петрозаводчан.